Всем привет! После покупки дома мне достались поцарапанные в пятнах пластиковые подоконники, чем я только не пытался их отмыть. В ход шли не только моющие и чистящие средства, но и демиксид из аптеки, который себя очень хорошо зарекомендовал на просторах интернета. Но все тщетно. Была мысль даже заменить старые подоконники на новые. Но слава богу, один мой знакомый рассказал мне отличный способ, как быстро можно восстановить старые подоконники. В первую очередь мне понадобится хорошая тряпка, малярный валик небольшого размера, малярный скотч, маленькая кисточка, резиновые перчатки, газеты. И самый главный ингредиент – это фасадная краска на водной основе. Можно, конечно, взять обычную моющую водоэмульсионку, но, на мой взгляд, фасадная будет держаться дольше и крепче, так как она предназначена для уличных работ. Итак, теперь можно приступать к работе. Убираем с подоконника все лишнее и хорошо обезжириваем его. Затем протираем тщательно, чтобы он был сухой. Далее я взял блокнот толщиной 3 мм, чтобы подложить под малярный скотч. И проклеил все места, дабы не запачкать их краской. После этого беру маленькую кисточку, тщательно прокрашиваю ей все углы, куда не достанет валик. Затем валиком прохожу весь подоконник на 3 раза. Даю высохнуть каждому слою по 30 минут, чтобы окончательно закрасить все пятна. В итоге получается надежное и очень качественное покрытие, поверхность которого немного напоминает бархат. Эта краска не желтеет и не выгорает на солнце. Теперь мои подоконники как новые. Всем советую.